специально для город Витебск.бай. Как удается поддерживать себя в такой хорошей форме? Хорошо питаться, мало спать и много гастролировать. Это, наверное, залог хорошей формы моей. Неплохо питаюсь, много ем. Я люблю мясо. И сегодня, перед тем, как прийти сюда, я сумела даже перекусить, очень вкусно. Два дня в Витебске, очень вкусно поели сегодня. Вообще, мне кажется, что именно здесь, именно в этой стране, действительно очень вкусная еда. И очень рекомендую Егору запастись колбасой перед приездом. Я думаю, мы вместе как раз после концерта. Здесь есть ночные магазины, в силу того, что я же не впервые, я вам говорила, да, скупаюсь, я покажу Егору, где продается самая вкусная колбаса. У меня только ручная кладь. Я помогу тебе, Егор. Сильная женщина на что? Нет, мне не разрешат ее провести с тобой. Мы договоримся. Ну ладно. Когда у тебя есть слобода, тебе говорят «да». Пора домой, потому что конец фестиваля, и потому что уже все-таки пора вернуться к любимой дочери. Сейчас я пообещала ей докторскую колбасу обязательно. Собрала подарков, и завтра все это передам своему ребенку. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.